Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 68-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке я хочу вам показать виджет, который позволяет делать так называемый эффект до и после. Если я наведу мышь на данную картинку и начну водить влево и вправо, то у меня за мышкой движется картинка. В данном случае очень хороший пример, как снимали фильм и как потом в реале он выглядит. Довольно-таки распространенный такой эффект. Если я мышь убираю с данной картинки, то вот этот уровень, где сменяется картинка, возвращается в середину. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Перетягиваю виджет на холст. Данный виджет, как вы уже видите, очень прост. Он не имеет настроек. Только две ссылки для загрузки изображений. Давайте загрузим изображение. Добавить файл. И загружу те же изображения, которые вы видели в примере. Первое изображение. И кликаю по второй ссылке. Добавляю второе изображение. В принципе, вот и все. Единственное, что остается, да, это вот потянуть за маркера и определить, какой вам нужен размер. Соответственно, если вы хотите большой размер, то у вас должны быть картинки высокого качества, чтобы они не потеряли качество при увеличении виджета, да. И, соответственно, смотрите за пропорциями, чтобы изображения не были вытянуты. Здесь, в принципе, проблем никаких нет с этим виджетом. Здесь в режиме редактирования можно сразу настроить, как лучше будет смотреться ваше изображение. Ну и, в принципе, предпросмотр. У нас все то же самое получилось. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка под этим видео. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся в следующем. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу, всевозможные эффекты с текстом, круговой прогресс-бар, маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!